Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном пятница, 8 вечера на часах. И сегодня мы с вами будем снимать первые вызревшие подсолнухи. У меня в этом году выросло 16 подсолнухов сорта Лакомка. Это мой любимый сорт. Растет в любых условиях и гарантированно дает урожай. Но предпочитает хорошо освещенные участки и хорошие подкормки, особенно азотом и калием. Все подсолнухи после образования семян в обязательном порядке завязываю самым тонким белым спанбондом. Он отлично защищает семена от птиц, которые очень любят семечки лакомки. Сегодня снял первые 6 штук. Некоторые еще немного не дозрели, но это абсолютно не критично. Ибо головки еще минимум 2 недели будут сохнуть на лоджии, и только потом оттуда будут извлекаться семечки. 5 из 6 головок имеют диаметр 28 см и только одна 24. Семечки, как сами можете наблюдать, очень крупные и, могу вас заверить, очень вкусные. Вес одной спелой головки подсолнуха составляет 2 кг. Очень ароматный подсолнух. Сейчас по лоджии расходится очень приятный аромат натурального подсолнечного масла от подсыхающих головок подсолнуха Лакомка. Всем настоятельно рекомендую этот сорт. Сажайте, не пожалеете. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Обязательно подписывайтесь на канал, если по какой-то странной причине вы еще на него не подписаны. Всем пока и удачи!